Сегодня на расширенном заседании коллегии управления Федеральной службы исполнения наказаний области подвели итоги работы. По статистике прошлого года в исправительных учреждениях отбывали срок больше 11 тысяч человек. Начальник ведомства отметил, что на данный момент обстановка в колониях остается напряженной. Геннадий Казаков прокомментировал предновогодний инцидент – побег заключенного из колонии поселения Красноармейского района. Напомним, сбежав, мужчина убил свою жену, мать восьмерых детей. За побег будет отвечать сотрудник исправительства. Младший инспектор, который нес на данном участке надзор, осуществлял вопрос. У нас решается вопрос, потому что он находится на обучении. После обучения он будет уволить нас по пункту Д за нарушение условий контракта. Материалы уже были направлены еще 30 декабря в заводской следственный отдел Следственного комитета.